Здравствуйте, друзья. Вот вы видите нашего двухметрового админа, который чисто символически пользуется стремянкой. Вот вы видите наш новый проектор. Как он там? Не шумит, да? Не, но вентилятор есть. Он потише, чем тот, что был. Тот, что был. Тот, что был, вот он. Это был НЭК. Да. Так тоже. Ну, а он, кстати, неплохой. Не, он нормальный, да. Да. И сейчас я вот тут с расстояния второго ряда, вот отсюда, значит, подойду к экрану. Надо сказать, что там довольно мелким шрифтом написано, но четкость, конечно, несоизмерима с тем, что раньше было. Вот смотрите, у вас тут в камере, а я глазами читаю. Можем даже свет выключить, посмотрим. Да, можем даже свет выключить, давайте. Ой, ну я не знаю, что ребята увидят в камере. Так, это вы видите закомментированный текст, он такой, не такой яркий, вот обычный текст. Ну, неплохо, я могу уйти на последний ряд. Мы обычно, когда оцениваем, хорошо ли видно, мы уходим на последний ряд. Вот видите, тут у нас класс-то какой. Вот, пойду я в самый конец и скажу вам, что не вижу я ничего. Но я, правда, без очков. Ну, наверное, просто крупнее надо показать. Надо крупнее, да, ну конечно. Но с точки зрения, вот, например, на камеру, ну, вот это максимум, что может дать вот та камера, что у меня сейчас в руках. Ну, возможно, это неплохо. Та камера, что у нас реально используется, вот она тут висит, вот. Угу. Сейчас, где она тут? Сейчас наведу на нее. А, вот она. Вот она, эта камера. Вот эта красавица. Сейчас я ее покажу с другой стороны, чтобы вы видели там красивый большой объектив. Вот он, красивый большой объектив. Она крутится во все стороны. У нее тут сколько? Две оси вращения. Так она вот по кругу. И сама камера ходит вверх-вниз туда. Вокруг вот той оси, что вы видите. Большая, красивая. Очень-очень четкая. Не знаю, что будет с качеством последующих видео. Вот, Анна Леонидовна, вот вы зашли в такой момент ответственный. Я зажгу немножко свет сзади, да. Потому что, когда у нас преподаватель даже вечером ведет, все равно мы задний свет вот там зажигаем, чтобы люди могли что-то такое у себя на столах видить, вот, и так далее. Круто. А что за полосочка? Где полосочка? Это пока кабель такой. Не понял. Ну, такие полосы по экрану идут. А, это помехи, типа мини-помехи. А, есть немножко, да, я вижу, да. Но мне кажется, что тут разрешение какое-то ужасно мелкое. Хотя четкость очень хорошая. Ну, мне нравится, но вот полоски, и у меня почему-то двоится в глазах. Это только у меня? Где двоится-то? Это у меня в глазах, наверное. Это качество кабеля, я подберу хороший кабель. Слегка так, знаете, не четкие буквы, да, вот он там крутит кабель, я не понял. Меня потому что... Да, ну так совсем отключилось. Так хорошо. Да. Видите, так кабель, он такой, что еще и надо сказать. О! Надо же. Слушайте, ожило, буквально ожило. Это я отключил монитор. А что будет? Что сделали с монитором? Я отключил монитор. Отключил? Да. То есть он подсаживал? Да, он же дает как бы немножко помехи на наводку дает. Я, возможно, монитор просто посажу на другой кабель. То есть освобожу для. Друзья, вы смотрите, какие ужасы узнаешь. То есть монитор подсаживал нам картинку. Ну, он не то, что подсаживал, он дает помеху. Нет, помех, но ярче стало. Ярче? Нет? Определенно лучше, но вот все равно, например, задний фон, там, где наши ярлычки висят, да? Вы видите иконки на десктопе? Ну, это icons по-английски, по-русски, по-моему, ярлычки. Да. По-русски не знаю. Вот. Так вот, они слегка такие нечеткие. Ну, ты что, хочешь вообще качество? Ну, естественно, как же. Такого не бывает. А если сделать... В общем, друзья, вы видите, идет работа, и главное, движение все, а результат, в общем, не так и важен. Нет, ну, я утрирую, конечно. Будем добиваться хорошего качества. Для того, чтобы нам поставить монитор на другой кабель... Да. Там надо HDMI, мы на HDMI посмотрим. Хорошо, я, друзья, хочу вам сказать, как-то я сидел, помню,
тоже в той позиции, где сейчас Сергей, вон там, в углу. И девушка сидела на первом ряду и говорит, не видно, резкость. Я крутил. Она говорит, а, я же, говорит, очки забыла одеть. Вот, и все у нас с резкостью не получалось. Так вот, я одел очки. А верните, пожалуйста, то место, где кот был. Ну, в общем, да, и закомментированный код, и оригинальный видны исключительно хорошо. Больше того, меню наверху, вот эти меню видны очень хорошо. Да, вот эти, когда меню вниз, меню тайтлы были хорошие, когда меню упало, вот эти меню items тоже очень хорошие. Ну, ничего. В общем, обычно мы, когда в классе, стараемся шрифт побольше сделать. Да. Вот. Я не думаю, что это идеальный какой-то формат. Но, в общем-то, конечно, улучшение существенное. Так и вспоминается вот этот анекдот, что евреи, не жалейте заварки, если хотите хороший чай. Вот, значит. Давайте покрупнее. Так что, да, надо еще на самом деле расширить. Там остались поля на экране. А вот надо его побольше сделать. А вот так, если... Что? Читабельный. А что вы сделали? Немножко увеличил шрифт. Нет, шрифт шрифтом. Давайте мы картинку сделаем так, чтобы она больше места на экране занимала, помимо шрифта. Вот если это можно сделать. Ну, это мне надо сейчас с этим управлять. В общем, друзья, мы работаем, а вы отдыхайте. Да.